Опа! А школьник сегодня выбрал вот этих ребят. У них самые оригинальные комментарии, поэтому они попали в этот ролик. Делай так же. Всем здарова, дорогие подписчики! С вами, как всегда, Димка, Донька, Ночная Бабочка, и мы продолжаем играть GTA 5 онлайн. Это рубрика «Дугам GTA 5». Короче, ребята, ваша любимая рубрика, и мы сегодня у вас в сборе 3 человека будем пытаться забраться на самую вершину под 90 градусов. Кто заберется выше, тот набирает количество баллов, и, соответственно, по окончанию мы их подсчитаем, все эти баллы вы видите на своих экранах. Ну и давайте спать по одной тачке. Так, первая моя — это гелик, у тебя Бугатти, у куста Порше. Понимаю, в общем-то, поехали, давайте, кто заберется дальше, тот ты молодец. Так, все, короче, прокачались все четко, поехали. Так, главное, это, ребята, забраться как можно выше. Вот, ну и, соответственно, я напоминаю, кто заберется на самую вершину, тот получает аж 100 баллов целых, понимаете, да? 100 баллов? 100, это жестко, да. Ага, да-да, поэтому есть, в общем-то... Желание, стремление бешеное забраться на 100 баллов. Бешеное, а у меня пока только 30, пацаны. 35 будет. 40. 40. Я вижу куста, Ванька не вижу. Поджимает, походу, там нитро, да? Все понятно. Да, ну 180 ползу пока на 180. Так, ну у меня 40 уже взял, неплохо. А у тебя что, сколько? 55. 55. А у тебя что, Ванек? Я почти заехал наверх, чуть не хватило. 60. И сколько у тебя, 95 получается или 90? Ну, это желтая, которая прям вот самая-самая, перед финишем, короче. Ну, значит, 90 какая там, она? Скорее всего, я не помню. Надо посмотреть 90... будет. Не знаю тоже. Так, я пока еду 90, на полтиннике, да. А тебя куст чё? А, да я уже все. Я на 55, да, получается, остановился вроде? Не, какое, какое, какое? А на чем? 70, Дима, 70. Я слышал это. Каких 70? Ты чего? Так хорошо забрался. 70, да. Понимаю. Ладно, ребята, я пока еду. Пока что у меня всего лишь 55, и, кажись, это будет возможно. Хотя нет, стопы. Стопы, у Ванька 90, у тебя там 70, сейчас у меня уже 60 будет явно, потому что, ребята, тактика-то работает, да? И тактика, кстати, помогает. Какая, да, тактика? Ты что там? 60 же? Ну да, да. Типа, какая разница? Не-не, вот, не из угла в угол, вот я сейчас прямо еду, если посмотришь. Он, другая тактика. Там машина. У меня другая тактика. Типа газ, ну, может, да, газ пускать, да. Типа, 65, да, короче, ребята, первую, уже типа, заехал. Скорость переключает. Ну, да, нет, 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 остановился. Да, 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 все, 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 давай, катись вниз. Подожди, он еще едет. Подожди, 15. Я хочу на 70. Я хочу на 70, 13, 14. Во, он поехал, 16. Господи, дайте я его сброшу отсюда. Все, все, короче, получается у меня, получается, а 65. 70 не хватило, у куста 70, у Ванька 90, переходим на второй раунд. Офигеть, у тебя Драгстер, понимаю. Ну, Ванька, две тачки. О, пошло, первая, пошло. Понимаю, так у меня. Хорошо, Супра. Что не одна, да. Супра и. Ну, не лучше, я так скажу, в принципе. Так готово, да? Ну, да. Один, два, три, давай. Поехали. Поехали, желаю, пацаны, удачи. Да, желаю удачки. Ну, Драгстер, понятное дело. А что у тебя? Драгстер хорош. Да. О, мам, у меня разгоняется я Супра. Ползу пока, у меня, да, Супра хорошо разгоняется. И она, кстати, не без звука. Понимаю, возможно, она и поедет хорошо. Хотя, мне кажется, она сейчас где-нибудь зашлифует и все. Офигеть, как бы. Он заезжает хорошо. 25. Пока что 30. Серьезно? Нормально. Ну, походу, ты соточку, да, возьмешь. Да, да. Походу, ты возьмешь соточку. Так, Ванек догоняет, похоже, а я уже теряю скорость. 35. Серьезно? Давай. А ну, первое лицо. О, первое лицо, прикольно. Да, Ванек меня обогнал. Блин, такое себе. Так, ладно, давайте, ребята, пробуем. Тактишн. Используем, но хотя бы, давай, ну, давай, хотя давай бы хочешь сколько-то взять. Я от платформы отклеиваюсь, прикинешь? Все, нормально. Значит, ну, если не заехал, то не заехал, все как бы. Да, 85. 85 у тебя, понимаю, так, ладно, у Ванька пока что вижу 50, я заезжаю на 45, и пока что еду, это не может не радовать. Хотелось бы хотя бы с Ваньком поравняться, но, кажись, я уж все уже. Да, тачка тупо дальше не едет, 45 в моем случае, 85 у куста и у Ванька 55 пока сейчас, что. Я еще выше заберусь, может. Да, давайте-ка мы тогда тебе сядем, в принципе. Она разгоняется еще. Подключим. А что по скорости у тебя? 30-40, она разгоняется, короче, до 40. Понимаю. Переходит на повышенную и теряет. Да, и у тебя получается 65. Да. Ёба, чё это? У куста там какие-то баталии непонятные. Это у меня, пацаны, на улице. У меня дрома, машины. Понимаю, ребят. Ладно, баллы записали. У куста две тачки, у меня одна, и у Ванька тоже одна. Переходим на следующий раунд, спавним. Опа-ля, Макларен хороший, кстати говоря, Макларен. Так, смотрим, что у вас, пацаны.
Давай. Да нет, это не смотрим. То, так. Не то, так. И ламба. Вообще хорошо. Так, у куста пока ничего нету. А, ждем. Корветы, соответственно, ребята, что-то непонятное, типа Волги, эвакуаторщика, но такое. Ну, берешь? Корвет. Окей, хорошо. Мы готовы, поэтому поехали. Ну, я думаю, да, что мы с ламбой будем соревноваться. Макларен-то, конечно, хорош, но не настолько, как ламба. Офигеть, ты полетел. О, вообще. А, можно мне хорош. Какую-нибудь тачку? А, это то, что ли? Корвет так хорош. Возможно, тот ну, самый, в смысле? Который... В смысле, это тот корвет? А, понимаю. Пакета. Понимаю, да, понятно. Ладно. Ну, в принципе, ничего страшного. Как бы... 35 в моем случае пока что. 35? 40 в моем случае, пацаны, как бы. Пока все хорошо. Я разгоняюсь. Я на второй разгоняюсь. Это очень хорошо. Не, вообще бывало так, что и плохая тачка очень хорошо взбиралась. И хорошие быстро тормозили, поэтому я вы там это не особо встал. Радуйтесь. Чё у вас там? Сколько вы уже взяли? Я пока полтинник беру. Да я не знаю, сейчас посмотрю, сколько я еду тут. 80. 80 взяли? Ну, я встал, да, все, я встал. На скольки? Я встал... 80. Сколько это? Фиолетовое, я не вижу здесь сколько это. А, фиолетовое 75. Это 70. 70, да, 70. 70 получается у тебя чё, куст? 80, говоришь, да? 80, да. Так, ну я пока еду. Пока, в принципе, 60, сейчас 65, там 70 возьму, тоже куда будет хорошо. Едешь, еду, пытаюсь, используя тактику, да не получилось. На 65 взял. Какая это тактика? Как сбросить тебе? Да не надо меня сбрасывать, подожди, я еще пока еду. 70 возьму. Давай. Да, 70 возьму, хорошо вообще. Да, 70 взял, отлично. Так, ты говоришь, у тебя 80 было, а ну-ка давайте-ка попробуем, ребята. Да, хотя бы 80 было. Но не заеду. Понимаю. Но все же, да, получается. У меня, короче, 70, у Ванька 70, у куста 80. Понимаю. Хорошо, мы переходим тогда на следующий раунд. В принципе, самое обидное то, что мы думали, что у куста самая плохая тачка, получилось наоборот. Да, самая крутая. И опять ты спалишь две тачки, у меня по одной, и у Ванька тоже одна. Так, это что такое? Ой, это что такое у меня? Ёма, что за тачка такая? Убирай, это кривая очень, да. А, понял. Так, хорошо, спалю следующую машинку. Опа, Порше. Неплохая Порше, так. Но я это брать не буду. Чего? Да, ты у тебя это вообще, как бы, байк считается у Ванька Кобра. А, понимаю. Давай, Кобра. Против Кобры будет жестко. Так, куст у тебя, что вторая? Так, у тебя две тачки. А, нет, стоп. У тебя нет, одна у меня Порше. Вот одна. Да, вторая что берешь? Буду делать. Ну, Порш беру. Беру Порш. И Ауди. Ну да, берешь Порш, мы поехали, готовы. Два Порша и, собственно, Кобра. Пробуем. Да, Ванёк, блин. Это я тебя объезжал, да. На самом деле. Не получилось объехать. Понимаю, ладно, хорошо, поехали тогда по новой. У меня было нормально все. Поехали по новой, в принципе, готовы, все. Так, а чё, ну Порш хороший, куста. У меня, в принципе, да, тоже хорошая Порш, но не настолько хорошая, как 210. У вас. Ё-ма, понимаю. Понимаю, 140 есть, всего лишь. Говорил. 40, ну, 20 есть, пацаны. 20 тоже хорошо. Помаленечку, по зернышку, по семечкам. Собираем мы эти баллы. 30 у меня, пацаны. Нормально. Чё у вас по Я отпускаю баллам? Газ, чтобы... У меня? Я вылетел, все, я финишировал. Сотка, смысле, понял. У тебя Кобра была? Да, у меня Кобра. У Ванька сотка, хорошо. Так, у куста чё? А у меня, я еду, у меня 75 уже. А, ладно, неплохо. Я пока еду, у меня уже 45, как бы тоже хорошо, в принципе. А если 75, так, дайте мне подниму, тоже будет неплохо. Как тут заезжать-то? А я не скажу. Я не расскажу, но 50 у меня. Да, 50 взял, так, а сейчас догоню. Сколько у меня, посмотри. Я же догоню куста. Я думаю, скорее нет, чем да. Я пытаюсь догнать куста, и как бы вроде как получается. Сколько у меня было? Так, 55. 80, блин, зашлифовало! 55. На 60 хотя бы поднимись. Ну, 60 чуть-чуть осталось же. Обидно-то как все уже. Да, я тормознулся на 55, на 60 не взял. Так, у тебя что, куст, ты сказал? 80, да, говоришь? 85. 85, нормально. И у Ванька сотка. Переходим на следующий раунд, ребята, у Ванька теперь... И у меня Дракнова! Что? Ничего себе. Офигеть! И у тебя Магнум! А у куста чё? У меня байк. Ну байк не считается, давай спавни тачку и в итоге... И в итоге... Байк, 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 байк. Байк, 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 да.
Это, кстати, как... Это не то. В Мадагаскаре. Это не то. Май. Да, в Мадагаскаре. Так, это не то, это все не то. Куст, ты сегодня тачку будешь спавнить-то? Супра. Все, супра получается. Понимаю. Ну, мы готовы, в принципе. Один, два, три, поехали, юху! Да, ребята. Дракнову это вообще топово, потому что 700! Просто 700! Изи! 100 баллов! Охренеть! Нормально. Да. Я, конечно, теряю скорость, но я залечу. Я залечу, потому что... Йоху! Ванька тоже офигенная тачка. Но я 100 баллов получил своих. Я тебя еще вверх улетел. Так, и ты тоже, получается, 100 баллов получил своих. Окей, у куста там что? У меня 40. 40 пока, и она очень жестко шлифует. И скорость теряет, да? Да. 45? Нормально. Да, мне кажется, 60 поднимешь, да? Все, точнее, да. 50. 45. А, все, понимаю. Окей. Окей, ребята, отлично. У нас с Ваньком по две тачки, у Куста одна машина. И давайте спавнить, смотреть. Так, и... Давай. X5. А, это замененка, кстати говоря. Опять это... другая Бугатти. Это Вейрон у тебя, да, другая, получается. Это был Чирон. Опа-ля! Ламборгини? Туарег. Что такое у меня? Удаляй его нахер, быстрее. Ты думаешь, что он... Краше, да? Тогда у меня другая тачка. Блин! Я не про тебя же, дурень, ты чё? Оставляй ту, которая была. Давай ту, не-не. А, медведя возвращай. Я в любом случае беру лампу, отстанет меня. И вторая лампа у Куста. И Бугатти, Ванька. Офигеть, какие тачки у нас сегодня. Раз, три, поехали. А вопрос, кто куда заберется? Ему, у меня хорошая ламба. В смысле, я случайно? Ты чё сразу бакуешь? У меня Диабло, которая, видимо, новая, потому что я такую не помню. Да, меня даже Куст не догоняет на своем метадуре. Догоняй. Да и какая разница, я все равно хорошо лечу. 30 как бы уже тоже хорошо. Ну ладно, погнал. 35. Ну как говорится, ты сейчас быстро сдуешься, не переживай, братан. А я уже буду на хвосте. 40 уже, братан. Ой-ка там чё? Слушай, на изях даже. А какая у тебя скорость? У меня 119 еду. Ой, ну ты правда, я сдулся. 108 еду. 100. Пацаны, 90. 200 ты забрался на сотку? Нет, еще пока. Но сейчас я иду к этой цели. И понимаю. Давай. Вот, блядь, не поверите. Ну, я не знаю, считать что ли, нет. Я, короче, я носом туда как бы залез. Я все. Но если ты не засейвился, то это не считается, как бы. Тогда 90 у тебя получается. А ты в курсе, что вообще засейвиться невозможно? Ты в курсе вообще, нет? Кстати, в смысле, да. Возможно. Если ты вылетаешь полностью вверх, то ты как-то... Ну, либо вылететь вверх, либо засейвиться, залететь туда. Понял, как бы вот так вот. Мы считали изначально сюда. Так, и укус, у тебя там что, 70 было, да? Да, у меня 70. У меня 75 на 5, чуть-чуть дальше у Ванька получается 90, ребята, офигеть, практически 3 сотки подряд у тебя было, Ванек. Ну и 2 тачки в твоем случае, как нормально. Бы, у меня пока одна с кустом. Окей, давайте спавним, смотрим. Это та, которая с постоянным нитро, но она особо не забирается. Понимаю, блин. Так, Нексия, хорошо. Чит! Отлично. Охренеть. 4 сотки почти подряд, что? Ты творишь, молодой, поехали. Да, у тебя считается как бы. А куда? Ты без куста поехал, да? Ну ладно. Да, что, все надо гонит. Так, а как мое нитро работает? Димон, я тебя не видел. Во. Работает, да? Да, у меня офигеть нитро, короче, чтобы ты поймал 300 сразу плюс. Нормально. И оно постоянное у меня. 50 взял. 55 взял. Не, ну Кост, ты столько не заберешься, давай заново. В смысле заново? Ну ты не поешь столько. Ну тогда у тебя 0 баллов, Куст. Ты либо нормально едь, либо... А, точно, тут же баллы нужны. Да, тут баллы нужны, как бы тут ничего такого. Баллы нужно. Давай. Да ты едь пока, я забираюсь, и... Все, получается, ребята, я вылетел. Ну я вылетел же, Я же вылетел, как бы, вот. Понял, да, говорю, за сейвис надо. Ну я же вылетел. Если вылетел, то считается, либо заехать сюда, как бы, понятно. Да не меняется ничего. Я взял вторую сотку, ты взял, короче, четвертую уже сотку за сегодня. Куста, ну там 50, ладно, тебе приплюсуем так чисто символически, по-братски, ноль, не будем так уж и быть. Окей, ребята, переходим тогда на следующий раунд, и у нас паньком по две тачки. Да не прыгайте на меня, пожалуйста. Неплохая тачка, братан, нормально. Да, такое себе дело. Так, и... Лотус! Что?
Корвет и Nissan. Понимаю. Ой, у Куста пока ничего нету. Да это, перестань ты мне, это не Range. Новую дровоспальню. Да, это не Range. Честно признаться тебе. Лотус? Как и у меня? Тоже Лотус. А, не, у него какой-то другой, что ли, или нет? Или такой же? Они на три поехали. А, интересно, у кого будет лучше? Да у меня будет лучше. У меня FPS больше. Ну я качну просто. Он все четко. FPS больше. FPS больше, и че? Это не работает, брат. Работает. Кстати говоря, мы вместе одинаково едем, прикольно. Ой, попробуй мне тарануть. Тарануть? Почему, Ванька, кстати, тачка лучше? Красный, я вот не понимаю. Красный, я на красной еду, если что. Это было предложение. На красный. Сейчас тарану тебя. Ты же на красной, да? Не-не-не, брат. Давай не думай даже. Может, ты сдуешься сегодня, брат? Да-да-да-да, все, я раскрылся, я пошел. Куда ты пошел? Куда ты пошел? На 40, пацаны, на 40! Далеко ли ты пошел, слышишь ты, вафля? А куда ты поехал? От нидра поджимать, брат. Какой нид, а где ты видел, да? Я слышал, как ты пернул. На ушко, если что. 50 взял! Моя пушка! Куст, ты куда едешь, блин? Да выше еду. Не надо, пацаны, я только... Ой, о, спасибо. Блин, я бы тебя застопился. Ну, это твои проблемы. А мне FPS больше же говорил. В смысле ты едешь? Не, я тебе не дам выиграть. Я тебе говорил, да, не мешай, не мешай. А я тебя не вижу, я просто со стороны в сторону еду. Ну, в бок, ну ладно. А ты, Ванёк, еще едешь? Ну, обернись. Не вижу. Но... Давай... Давай, 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 давай. Да, Ванёк, я вижу, едет. До утра. Не-не-не, я выиграю тебя, подожди, тактика должна сработать. Ой, начал дрифтить, все, на 70 встал. Куст! Кто? Пока, Куст. Я же сказал, тактика работает. Да ну. Я же сказал, тактика работает. Так, давай. На зеленую чуть-чуть осталось. Я не заехал, у нас Кустом одинаково по 70 баллов, какого черта? А на 70 стало, и у тебя на 70, серьезно? Да, да. Понимаю, ребята, тупо ничья, тупо все тачки одинаково приехали. Понимаю, ладно, предлагаю сделать последние два раунда, поэтому спаним следующие тачки и смотрим, что будет, так. Ооо, чит, Феррари. И краб, я беру чит Феррари, все четко, все изи, все понятно, так, Кустик. Ооо, КТМ-ка. Так, а у тебя GTA-шная, и что в итоге? BMW. Вот у вас по две тачки. Так, BMW. А, по две? Ну да, вы же все на 70, то есть как бы ничья. Так, грузовик не считается. Что за... Устает, непонятно, один какая-то. Ёма, чё у вас так много тачек тут насрали? Давайте удалим половину в одном, так все четко. Так, ладно, чё? Куста непонятно пока, у Ванька BMW и у Куста, ну-ка, спавни. Понимаю, Peugeot. Peugeot было. Чё берёшь, КТМ-ку или Peugeot? Да Peugeot, понятно. Окей, поехали. Короче, ладно, очередные 100 баллов, наверное, мои будут. Если заеду. Потому что ты иногда тоже не заезжают. Симон, куда ты поехал? А чё? Кого ждать? Димон! Пумба! 750, пацаны. Изи. Все, вылетел отлично, соточка. Плюсом ко моим баллам. Я на самом деле не знаю, что там по баллам, надо будет смотреть потом на монтаже. Но, ребята, вы сами видите у себя на экране. Так, я, наверное, тоже... Куста 0 баллов, я понял. О, я врезал. Куста 0 баллов, все. Я серьезно говорю, Куста 0 баллов, он баловаться уже начинает, просто как малое дитя. В смысле баловаться, еду... Ванёк, а тебе нормально под двумя нитрами, а? Под одним, если что. Все нормально. Под каким именно? Итак, Ванёк перезаезжает, у него 65 уже, и, кстати говоря, 70. 70. 75? Фига себе. Не, у тебя 0 баллов. Даже не думай, братан. Тебе там и так было слишком много. 80. Ванька. Тебе бог, ничего такая, 90. Кстати говоря, 85 взял. И все, да? Все, ну 85 тоже супер, потому что, в принципе, я... Я 45 взял на этой штуке. А у тебя что? 50. 50? Я тебе 0 баллов уже приплюсовал. Какие 50 тебе? Ладно, пацанские 50 оставим тебе, так уж и быть. Окей. Ребята, переходим на последний раунд. Да. У нас остался последний раунд. У меня две тачки у Ванька и у Куста по одной. Так, первая. У меня тоже две. Ламба, кстати говоря, неплохая. Вы был. Камара и Ламба. Соответственно, беру я, собственно, Ламбу. Все понятно. Так, у Куста пока не... Че с Ламбой?
Ну какая-то вообще калечная, она тупо не едет. Серьезно? Мне кажется, меня Honda объедет по-любому. О, по кайф, пацаны. О, уракан. Понимаю. Раз, два, три, поехали. Три, да, поехали. Что делаешь? Ну, он какой-то бешеный табурет. Да ты что творишь? Я ехал прямо, ты сам под меня подлез. Конечно, блин. Не прижимайся ко мне, ты слишком противный. Ну все, жопа тебе. Я не хотел. Я вам рада говорю, я не хотел. Что с моей лампой? Она не едет вообще. Она 90 на 30. Что с ней? Она не едет, 35. Лучше бы я Камару взял. Куст, у тебя там что? Ну, да, я тут еду. Кто? Он родился типа или вылупился? Я так не понял. Это какой-то, как в Инстаграме. Если ты не пропадал, я бы все понял. Вы не поняли, нет? Ну ты пропал. Мимас. А. Ты пропал просто. Я уже не повторю все. Ну короче, полтинник взял тоже, в принципе, неплохо. У Ванька там вообще 20, походу, да? 40 охерел? Каких 40, ты чё? 40 охерел, гляньте. Ладно, 40, окей, хорошо. Я пока еду, слушай, подожди. Куст, тебя чё? Я нашел ты уже. Алле, разгоняюсь. Ну, разгонялся. Ну, у меня сотка. Я все. Какая сотка? Зная тебя, ты, наверное, нитро подрубил. Ну, охреневший бабкин ног. Все возможно, тогда тебя аннулируем просто все баллы. Ребята, у Куста за всю серию 0 баллов, все понятно. Подожди, подожди, вы поднимаетесь, пацаны? Ну как бы да, еще ехали. Ну, может, там как ракета. Я все, на 55 остановился, все, у меня понятное дело. Результат понятен. Так, у тебя что, Ванек? Давайте к тебе сядем. Ты четко? Серьезно? Толсто слишком. А что у тебя скорость теряя? 50. 50. Давайте сейчас догоним Димона Ламбу, давай. Давай, Honda. Honda, ну, я вообще-то орну, если так действительно будет, но там тебе куст мешает. Понимаю, не догнал. Ну там 55 было бы. Да каких? Не, она теряла уже скорость. Но мы там не узнаем никогда. Из-за этого... Ну, устроишь ему темную после этого ролика. Ладно, ребята, такая серия у нас получилась. Баллы все вы видите на экранах. Кто победил, я не знаю. Понимаю. Кусто вообще все аннулируем. Слишком он какой-то буйный сегодня у нас. Да. Ладно, ребята, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем хорошего настроения. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.